Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Затем говоришь? Что они, собаки? Чтоб пометить. Нара, прилипнешь к кастрюлю. Кто как похмеляется, да, 2 января. Кого там скоблишь? Иди отсюда. Чапик. Что говоришь? Я ничего не говорю. Что-то дядя Леша сегодня не звонит. Какой? Какой? Он с ночи спит. А? Вечером придут. Кто сказал? Владка на работе сегодня до 5. Ага. Да ё-моё. Он же думает, я пирожки сегодня спрятал. Да? Да. Пирожков же хотел. Я что-то думаю, его круто отломать. Ну. Потому что нет у меня настроения спрятать. Thank you.
минуту лопату бросает, мешается. Че? Лопату, что бросает, мешается. Зачем? А зачем оно будет копиться? Пускай копится. Завтра наметет еще, завтра метель будет. Ночью начнется. Ты что ходишь туда-сюда? Градусов? А? Градусов сколько? Как тепло, да? 18 вроде. Или 17, я не знаю. Я не смотрел. Не угадал. 16. Ты что за мной ходишь-то тут, если тут туда сюда? Чапа, иди в будку. Че? А че она сидит, он лапу поджимает. Антипохмелин. Да? Я не знаю. Мне такая участь неизвестна. Завтра кто чистить будет? Я завтра на рыбалку. Когда ты на рыбалку? Что, у нас некому снег чистить? О, все завтра на работу. Все, собак закрывать надо. Собак закрывать надо? Да? Пошли, пошли в дом. Иди на место. Иди, иди домой. Привет. Ага, вас тоже. Иди, вечером метель начнется. Да. С большим ветром. А? С большим ветром.
Ну и вот так каждый день, да? Да. Да-да. Что, здрасте? Не надо там убирать. Говорю, мне так удобнее заезжать. Вот так вот часик на свежем воздухе. Антипохмелин работает.